До выборов губернатора Краснодарского края остался ровно месяц. Голосование состоится 13 сентября. Если в день выборов вы не сможете попасть на свой избирательный участок, можно проголосовать на любом удобном для вас участке. Что для этого надо сделать, смотрите в следующем материале выпуска. Единый день голосования назначен на 13 сентября. В этот день жители Кубани будут выбирать главу региона. В нашем районе также пройдут выборы глав Ачуевского и Коржевского сельских поселений и депутатов районного совета 7-го созыва. В день голосования откроются 67 избирательных участков для проведения муниципальных выборов. Еще один участок будет оборудован в Центральной районной больнице для голосования только за губернатора, поскольку за депутатов можно голосовать лишь по месту регистрации. Также можно будет сделать свой выбор досрочно. На местных выборах проголосовать можно за 10 дней до 13 сентября, на выборах губернатора за 2 дня. Кроме этого, для удобства избирателей, которые в день выборов не смогут прийти на свой избирательный участок, есть возможность проголосовать в любом районе края, где удобно. Для этого необходимо заранее обратиться в территориальную избирательную комиссию и написать заявление. Прием заявлений ведется уже с 29 июля. С 29 июля в территориальной избирательной комиссии работает пункт приема заявлений. Те лица, которые не могут, допустим, в день выбора будут знать, что не смогут прибыть на избирательный участок, они могут подать заявление нам сюда, в пункт приема заявлений, и проголосовать на территории Краснодарского края. Кто может подавать заявление? Любой избиратель, который проживает, зарегистрирован на территории Краснодарского края. Все участковые избирательные комиссии сформированы. Со следующей недели начнется проверка готовности избирательных участков к предстоящим выборам. Чтобы выборы прошли не только открыто, но и безопасно, сейчас ведется закупка всех необходимых дезинфицирующих средств. При посещении избирательных участков обязательно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».